Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на 14-м краевом конкурсе джазовой музыки «Весенний блюз» учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств Ставропольского края. Маэстро джаз, как вожделенная нота, и саксофон, как ветреный каприз, что отвечает музыкой на бис, благоволит из глубины аккорда. Маэстро джаз колдует кольца света, колдует мир порывистым дыханием, колдует звук и откровение муз, и зал исходит искренним желанием попробовать дыхание на вкус. Еще раз мы рады вас всех приветствовать, участников, гостей, преподавателей, родителей всех на этом прекрасном конкурсе. Учредителем конкурса является Министерство культуры Ставропольского края, а также Центр дополнительного образования культуры Ставропольского края в Ставропольском крае. Участие в конкурсе примут более 200 учеников фортепианных, струнных, народных, духовых, ударных отделений из 33 школ и 23 муниципальных округов и городов Ставропольского края. Конкурс будет проводиться в трех номинациях – сольно-инструментальное исполнительство, ансамбли и оркестры. Целью конкурса является распространение и популяризация джазовой музыки, а также развитие музыкально-эстетического воспитания молодого поколения детей. Поприветствуем наших участников, дорогие друзья! Мы также хотим выразить огромную благодарность за организацию и проведение зональных этапов конкурса. Это детская музыкальная школа номер 1 города Ставрополя, детской школе искусств номер 2 города Ставрополя, детской школе искусств города Ессентуки, Буденновской детской школе искусств, детской школе искусств Ипатовского района и Забининской детской школе искусств номер 1. Также отдельная благодарность хочется выразить Ставропольскому краевому музыкальному колледжу имени Сафонова за предоставление площадки и организацию краевого этапа конкурса. Для проведения краевого этапа конкурса и определения победителей сформировано высококвалифицированное жюри, которое я с большим удовольствием представлю. Председатель жюри. Почетный работник культуры Ставропольского края, председатель цикловой комиссии отделения музыкального искусства и эстрады, преподаватель профильных дисциплин Ставропольского краевого колледжа искусств город Ставрополь Олег Николаевич Щербин. Лауреат международных конкурсов, преподаватель профильных дисциплин Государственного Ставропольского краевого музыкального колледжа имени Сафонова «Минеральные воды» Пикалова Виктория Юрьевна. Преподаватель профильных дисциплин Ставропольского краевого колледжа искусств город Ставрополь Герасимов Владимир Николаевич. А также наставник регионального движения первых в Ставропольском крае, культорганизатор Дворца культуры Минераловодского муниципального округа Маслова Дарья Игоревна. Олег Николаевич, вам как председателю жюри предоставляем слово. Дадите старт конкурсу. Конечно. Уважаемые участники конкурса, преподаватели, концертмейстеры, прошли зональные этапы, мы отслушали выступления ребят во многих наших регионах, во многих городах, поселениях. И, конечно, вот мы видим, что очень большой интерес есть к этому конкурсу, очень большое количество ребят приняло участие на зональных этапах. Не все прошли на краевой этап, но достаточно много хороших ребят прошли на краевой этап. И мы ждем от вас сегодня и завтра, потому что сегодня и завтра проходит краевой этап конкурса, ярких выступлений, ждем настроения настоящего джазового и хотим пожелать вам смелости, удачи, успехов, яркости, зажигательности, всех тех качеств, которые необходимы при исполнении джазовой музыки. Мы знаем, что все эти качества у вас есть, поэтому не бояться, не стесняться. Сегодня и завтра играем в джаз. Ребята, поздравляю вас с началом конкурса. Уважаемые друзья, мы продолжаем нашу конкурсную программу. У нас на сцене детская школа искусств имени Сафонова города курорта Пятигорска, ансамбль «Музыкальная шкатулочка». Дергенка, джазовая импровизация на тему русской народной песни «Ты Егор Кудрявой». И Дергенка, маньяты, мы играем джаз. Инструментовка Константинова. Руководитель Константинова Евгения Николаевна, концертмейстер Чуйкова Ольга Анатольевна. Ты Егор, Кудрявой! Не ходи, не собой, не сочай!
золотой саксофон. Римский-Корсаков, аранжировка Литвяк, Чединная буги. Петров, аранжировка Литвяк, Личное движение, Я шагаю по Москве, Черних, буги. Thank you.
приглашается детская школа искусств Ливакумского муниципального округа. Удачи, граждане! Thank you.
оркестр Симфо Джаз Бэнд, руководитель хачатуров Марин Федорович, концертмейстеры Валешни Дмитрий Иванович, Крылова Ирина Евгеньевна, Леонелла Касучи, Джаста Джила, Нарцисса Сараделло, Ла Галандрина. So deep in my heart, you really know me.
Cause I've got you.